на пути в долину вялых протеиновых колбас. Приветствую всех телезрителей и радиослушателей. Сегодня обещанная заруба со старым-старым кайфаном. Предстоит выяснить одно повторные максимумы для нового цикла тренировок. Ну и вас повеселить новыми как бы рекордами. Ну, понеслась. С этими клевыми тапочками прислали линеечку виниловую, ну, рулетку, в дюймах и сантиметрах. Обалденная вещь. Я наконец-то узнал, что у меня левый бицепс 39,5, правый 40, ну, нормально, в общем-то, голень, нет, голень я не помню. Зато охват талии ровно 90, на уровне пупка. И впервые в жизни я к себе могу выебнуться тем, что у меня грудь ровно метр. И главное, что она больше, чем грудь. Это самое главное, по-моему, вообще. В жизни любого мужика в жизни были больше жрата. Я развесился. Я тоже. 86,8. 72. Абсолютно мрачный. Сколько? 72. 14,8 килограмм разница. Парень, конечно, чего вам советую, там все начало. Парень, с собой считать. Но возраст у нас все разница 3 месяца. Два. Не знаю, что это за абсолютно. Ну, формула Гиббса с поправкой на весовую категорию. Ну, как абсолютно везде считаются. О, вот это понимаю. Можно ли было сдавать, кстати? Плюс 8 есть золотая медаль, вот за это. За сгибание. Не, у меня так не получится. Вот, ну вообще, слушай, ну охрененный так. Я прям вообще кайфую, реально. Вот таких, ну, этих красочек садишься, ну, блин, даже не шевелится. Вообще огонь. Самопал, как и все. Вообще огонь. Хренотень для концентрированных бицепсов. Как ты думаешь, они анатомические? О, как же?
Не, я имею в виду удобно. Ну что, да пробуем, что удобно, не знаю. Не, я просто отсюда вижу, что они как-то, знаешь, вот я даже вот по пальцам видно. Нормально. Нормально. Я просто вижу, что она даже вот неровно обрезана. Ну, это фигня. Так и должно быть. Нормальный такой качественный колхоз. Блины проваренные. Нормальный качественный колхоз. Все как у людей. Так и должно быть. Это же вот она, теплая ламповая обстановка.
А есть запасик, лесик. Ну, 2,5 мы тут не нарули. Не, из чего. Есть только вон полторашки подвесить. Вот это, кстати, смотри, я уже 80 я не вешал, кстати, раз. Я тоже. Чихай ты! Неправильно. Не поранжи, да, не. Ну, поменяли, что-то для вас. Чтобы все было красиво. Нет, не все было красиво, а большие, блин, тяжелые, действительно, должны быть ближе к собой, конечно. Физика. А что физика? Как что, физика? Это, блин, банальная физика. Чем дальше от центра тяжести больше вес, тем, блин, быстрее гулять. Это ж логично. Ты, кстати, приседаешь с Жоркой в основном? Искусственно. Ну, вот, ну, приседаешь. Тянешь, да. Я тяну только классику. Ну, то есть вот так. Я считаю, что сумо – это отдельное упражнение. Да. Нет, ну, я не называю сумо, сахарной тягой. Нет, я имею в виду, можно поставить вот так, а можно вот так ноги поставить. Все равно это не будет сумо. Ну, я понимаю. Я не знаю. Ну, то есть по рискам? Довольно узко. Ну, по рискам. Ну, ширине плеч как-то так. Ну, вот. Как-то так. Правда, не могу. Это мне надо на штанг. Во. Вот как-то так. На штанг. Сумо я не называю штангой тягой вообще. Это, блядь. Нет, мышцы линейные, те же самые движения, ну как сказать. Нет, там... Цель вроде та же самая, но принцип совершенно другой. Ну как, блядь, это как рывок и толчок, ну, в обычном двоеборье. Нет, тут ты тянешь на тебя. Ты тоже поднимаешь штангу над головой, ну блин, это же разные движения. Ну тут ты тянешь ногами, а тут ты тянешь спиной. Да ты не тянешь ногами, вот в чем дело. Сумо? Да. Почему не тянешь? Ну потому что ты не тянешь. Ну тянешь жопой и... Ты не тянешь. Ты... Вот это, кстати, вот понимаешь, это вот действительно, это совершенно разное, как сказать, биомеханика движения. Ты не тянешь, ты распрямляешь ноги, ты не поднимаешь вес, ты вставляешься. Ну какая разница? Большая разница, потому что вот здесь ты конкретно тянешь, ты встаешь, ты поднимаешь вес, а здесь ты просто сводишь ноги. Все. Здесь ты тоже поднимаешь, тянешь. Это результат принципиально другого движения. Понимаешь, ну это вот все равно, что, ну, блядь, один крутит педали, а другой жмет на одну педаль, машина едет, потому что у него движок есть. Понимаешь, да? Один хрен едет и там, и там педали. Но ты же понимаешь, что разница огромная. Вот поэтому я считаю сумо принципиально иным движением. Ha!
Взял. Хорош. Бля, вот ты буфетаряш сейчас как-нибудь бегущий, я тогда и вместе, пожалуй. Ну, это реально добавляет, знаешь, прям вот прям чувствуется. Так. Я его легко держу, пиздец. Нет, не парься. Не-а. Вот знаешь, подумай, блядь, всего лишь 2,5 килограмма, скажем так. Пятёра. Ахуй. 90 не пожму, но все равно плюс 15. Это дохуя. Часогаром повторить, это я уже буду прям заметен, вот это надо прям словом вставлять.
Да, да. То есть, чтобы было видно, что вниз ничего не пошло. Похуй как, лишь бы вниз не шло. То есть, чтобы было не стыдно на каких-нибудь соревнованиях, чтобы ну, типа не уронил. Что? Что это будет лифт, короче? На все три. Белых. На все три. 385. 300. Дохуя. 30. Еще раз. 5. Еще раз. 120. Ну, 250 плюс 85. Что же? А. 135. 335. Заебись. А у меня, кстати, вот предыдущая сумма была 320. В мае. Ну, 130, 70, 120. Сейчас она уже охуеть. Охуеть. О, я прям чувствую все, блядь, прям жопу вот на подходе, блядь. Это все, это значит реально последняя тренировка цикла. Ну, то есть не тренировка уже. Нет, ну, тренировка. Но это уже все, это край. Дальше нельзя. Жопа болит, надо почистить. 120 грамм. Чуть ли не в разрез хотел брать. 120 грамм желатина, шиповничек, цинк с витамином С, прям в таблетках. Да хуя, чувак, вот именно такой период восстановиться. Коллаген, витаминов, вагон, все есть. А, ты спину хочешь смотреть? Да. Ну, блядь, это ужасно будет, конечно. Ну, потому что тебе потом показать. К альбому Джо... А, о, Вейдера, система строительства тела. Джеймс там вонен. Кто там? Подожди, кто? А, не, это Янг. А, как, блин, фамилию забыл. Ну, Кристиан, разумеется. Где они это находили? И тут такой, как самая главная мотивация, смотри, я к этому веду. Ну, это фигня все там, с Новым годом. Вот главная мотивация. Я не могу, я когда это увидел, я ржал над этим просто пиздец. Нахрена это сюда повесил? Да люди в теме, блин. Люди в теме. Для мотивации. Да ладно, для мотивации, это прикол, по-моему, вообще.